Какая-то дичь. Просто дичь. Это просто дичь. Так. Снова мины, снова целая куча мин, короче. Надо... А, понятно. Надо загонять чуваков в этот... Телепорт. Троих. Троих как минимум. Пошел. Блин, ну это уже сложно, это уже, это реально уже сложно. Так, раз, один, готов. Так, ну этот убежит сюда. Блин, ни одного не хватит. Так, ладно. Кого-то из них убивать нельзя, погоди. Так, раз. Два. Косячил уже. Так. Раз. Одного есть. Так. Да блин. Напугал. Теперь. Нет, что-то опять не то. Так. Вот этого надо как-то пугануть. Вот сюда. Пугаем. Окей. Так. А, так. Блин, а как? Теперь. Жесть. Это в первую очередь. Раз. Потом идем. Надо вот эту вот бабенцию. Блин. Или правильно? Так. Ай-яй-яй-яй-яй, что я сделал? Короче, происходит. Я что-то все неправильно делаю. Все неправильно. Так, поубивал, короче, всех. Окей, ладно. Примеры. Допустим. Опять сюда нажал. Дай. Иди сюда. Так, сейчас покажу. Окей, давай. Раз. Ну. Правильно. Так. Ну, так и делал. Убил. А, вон оно что. Так. Все понятно. Теперь все ясно. Давай, речь-то. Столько ходов.
Так, ладно, окей. Раз, два, так, вот три. Так вот, вот так вот. Раз, напугал. Потом идет, кто у нас? Вот этот чел. Да? Стой. Ай, не в ту сторону. Стоп, а как он делал-то? Что-то я забыл. Так, ну вот этого... Погоди, вот этого я напугал. Теперь идем. Так. Так, так. Так, 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 так. Так, напугал. Теперь. Так. Так, так. А. Ее убить. Убил. Так, вот, вот этого напугал. Все. Ништяк. Так. Так. Да ёб. Перный театр. Как? Я что-то не понял. Вот этого до надо, что ли, вот так вот пугать. Херак. В смысле, блин? Вроде все понятно было. Как так-то? Но. Попробуем. Так, 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 так. Раз напугал. Потом идем. Так, 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 так. Окей, убиваем. Здесь раз пугаем второго. Блин, вон оно как. Вон оно как. Так теперь. Давай, давай, роняй, хорошо. Раз. Так, 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 так. Все, блин, наконец-то. Ты дичь вообще какая-то. Оп. Давай еще чуть-чуть и будет 24 уровень. Так, ладно. Я понял. Ух ты, а чё за... О, у нас... Понятно, ходы эти, блин... Просчитывать... Это жестко. Ходы рассчитывать нет, блин. Вот что-что, вот это для меня сложно. Ходы, короче, рассчитывать вот эти вот. Я вообще не понимаю, давай сразу. Так, убил. Так, убил. Так, убил, убил. Раз, убил. Раз, убил. 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 Я бы не догадался. Я бы сейчас, не знаю, полчаса сидел бы и думал просто. Я не могу вот эти вот ходы рассчитывать. Какая-то лютая жесть. Ну, если бы я, допустим, один, да, там для себя проходил, то я бы сидел, да, там, сидел, думал. Это для видоса, как бы, блин. Ну. Чайник? Чайником мы еще не били. Скейтборд? А скейтбордом били? Ладно.
Погнали, чайником сейчас будем гасить. Ага, смотри, я сейчас раз. Сразу же. Так, ладно, вот этого напугали. Хлоп. А, ну все, я теперь могу, видишь, пробегать. Пробегать. Ясно, понятно. Так. Так, движем все здесь, вот так. Ага, смотри, какая дичь-то получается. Какая? Какая? Блин, как ее-то убить? Что за бред-то? Как так-то? Убегает сюда. Ну это я по кругу сейчас буду гонять. Что за дичь-то? Здесь нет никак ничего. Так, так. Тут я уроню, короче. Но. Дичь какая-то. Так, ну, допустим. А дальше крестик как? Чайником заколотил. А, ну все. Блин, понятно. Не так это было и сложно, в принципе. Что-то я просто затупил. Окей. Так. Звонок. Загасил. Спит, что ли? Да. Почему синий? Так, 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 допустим, так. Да ладно. Угу. Хорош. Ну-ка погодь. Ну-ка погодь, что-то не то сделал. За бред. Погоди, звонит? Нет, мне не позвонить. Что так там убивает, что так убиваю? Разница. Какой-то бред. Какой-то бред. Там можно сразу напугать было его. Ха-ха-ха.
Как это сложно-то, блин. Как это все запутано, вообще жестко. Я уже забыл. Так. Раз, напугал. Так, оп. Куда вы? Так. Погоди, свет надо. Оп, так. Так, окей. Ублюдки. Так. Вот этого напугал. Ой. Так. Угу. Теперь звоню. Вот. Позвонил. Теперь что? Теперь, наверное, вот так, да? А, погоди. Свет включаем, звоним. Так. Вот здесь вот свет включаем. Так. Вот так. Понятно. Свет выключаем. Звоню. Так. Вообще просто. Просто жесть. Жесть, как она есть. 5, целая куча, смотри здесь, это жесть, это просто, я охренею, как это, блин, происходить должно, напугал, хорошечно, так, окей. А свет-то не выключи, смотри. Убил, хорошо. Так. Freeze, police. А все, мне теперь не выбраться, смотри. Stop right there. Просто дичайшая какая-то хрень. У меня уже под конец, короче, голова вообще не варит, я ничего не понимаю. Так, ладно, напугал. Убил. Напугал. Убил. Сюда. Что происходит, блин? Охренеть, ходов просто, эта голова просто вот... Как такое запомнить, блин? Как такое запомнить? Это же жесть. Ладно, окей. Я все забыл уже, блин. Так, раз. Пугаем. Так. Убиваем. Потом чё? Потом как? А, вот напугал. Возвращаемся. Так.
Я забыл уже. Я уже забыл. Так. 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 А, ну все. Хорошо. Допустим. Просто пипец, это вообще какой-то кошмар. Чем дальше, тем вообще просто жесть. 13 из 13. Давай, здесь еще и котики, блин. Кажется, пора уходить с космического корабля, Джейсон. Окей. Все горит, и котики, и вообще все здесь. Ага, там я иду к котику. Убил. Так, смотри. Сюда мне не попасть, если чё. Зачем телепорт тогда делать, если в него не попасть? Это жесть, короче. Это, короче, жесть. Ну, напугал. Какая-то дичь. Просто дичь. Это просто дичь. Так, ладно. В смысле, как мне его напугать-то? Как его напугал-то, блин? Погоди ты, как ты его напугал-то? Так, хорошо, так, хорошо. Блин, бабу не надо было убивать. Котик, хорошо. Так, вот этого убиваем. А теперь бабу надо напугать. Вот так. Потом еще раз ее как-то напугать. Годит. Блин. Стоп, как эта хрень получается? Ее наверх надо напугать? А, вот так ее надо напугать. Так, хорошо, теперь надо ее вниз, ой, вверх напугать. Теперь ее убить. Куда переместился куда-то, что ли? Конец. Пока что.
А музычка-то? Главное, чтобы не забанили меня за эту музычку. Окей, друзья. Ну, я так полагаю, короче, это конец. Мега-набор «Мамин любовь». Так, открывать все эпизоды, открывать всех Джейсонов, купить. Понятно. Короче, вот это вот конец, да. Остальное надо покупать, я так понимаю. Вот. Друзья, если есть желание, короче, да, если вам понравилось, ну, прохождение этой игры, вот, на комментах напишите, стоит ли покупать эпизоды. Вот. Ну, набор вот этот, да, эпизоды вот эти все, и проходить дальше. Если нет, то тогда мы все, заканчиваем игру, как бы, вот эту вот. И конец и конец. Вот. Пока я говорю нет, спасибо. Остальные, видишь, надо покупать, да, наверное. Доступ открывать с помощью встроенной покупки. Все понятно. Там у нас возвращение на озеро. 80-е. Прикольно, я думаю, было. Так, потрошитель. Лондон. Подземелье. Да, исторический Джейсон. Вот так. Вот так, короче. Еще куча образов у нас там. Вот. Так что, друзья, смотрите, думайте, если вам понравились, да, прохождение по Джейсону, по пятнице 13, то пишите в комментариях, и я куплю. Вот. Видео это я разделю, наверное, на две серии, потому что оно как-то затянулось, вот. И не обращайте внимания за то, что оно там оборвется. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Валерий. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. И всем побольше бугагашенек. Пока.